Я считаю, что на долгосрочной перспективе такой формат не очень эффективен. А кроме того, я очень трепетно отношусь к свободе личности. Ну нет, конечно, у нас республика многорелигиозная, Рамзан Кадыров не для нас. Я согласна. Ну, у нас свои лидеры хорошие есть, обязательно равняться на кого-то. У них свой менталитет, своя жизнь. Рамзан Кадыров, возможно, соответствует тому менталитету их жизни. На самом деле, я даже не знаю, скорее да, чем нет, потому что он очень требовательный и мне он нравится на самом деле. После того, как он пришел к власти, он многое поменял и поменял именно в лучшую сторону. Поэтому я думаю, что с таким лидером, как Рамзан Кадыров, Осетия бы изменилась только в лучшую сторону. Затрудняюсь ответить, нужен ли нам такой лидер, как Рамзан Кадыров. Ну, он, наверное, нужен для Чечни. Я к нему как к человеку нормально отношусь, потому что у меня к нему вообще никаких претензий. Наш лидер мне нравится больше. Ну и вся его сила в том, что ему идут хорошие деньги из федерального бюджета, все это знают. Если бы к нам поступали такие средства финансовые, то у нас все будет тоже хорошо.